Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях знов Ольга Зубко. Я дуже радий тебе бачити. І я розумію, що сьогодні, не дивлячись на ці обставини, на цю ситуацію, ти зможеш, як завжди, підняти настрій. Я мені дуже і нашим телеглядачам. Я дуже постараюсь. Нещодавно ти повернулася з колишнього Дніпропетровська. Зараз це вчора. Вчора, так. Да. Ага. Розкажи, будь ласка, про цю подорож. Що тобі сподобалось? Є якась різниця зараз між тим, як борються проти коронавіруса в Дніпропетровську, в Дніпрі, да? І в Києві? Ну, мы сейчас говорим только о коронавирусе, правильно? Да, потому что когда ты мне сказал, что тебе понравилось, что нет, я сразу вспомнила, в принципе, мою поездку в Днепропетровск, прошлые мои поездки в Днепропетровск. Это мой город родной, я его очень люблю, но он с каждым разом моего путешествия в него все унывает, людей становится меньше, а сейчас с коронавирусом эта ситуация вообще в разы изменилась. Я не хочу говорить ничего плохого на свой город, но я так опечалена тем, что происходит. Вообще, на самом деле, как по мне, так Днепропетровск вымер. Там мало машин, там мало людей, все ходят злые и в масках. ВТБ, я в ВТБ не хожу, но в Днепропетровске я в него попала. Дают больше, чем 5 единиц на руки любого товара, когда я пришла. А, по-моему, овощи не больше 3 килограмм. А может, это как раз маркетинг и такие... Может быть. Но вопрос в том, что когда я купила бабушке капусту, она завесила 400, мне ее не отдали, потому что она должна весить 3 килограмма. Вопрос, какой маркетолог придумал этот маркетинговый ход? Вот. Вообще, в принципе, в Днепропетровске борются так же, как и в Киеве, только с запозданием. То есть меры, вот эти вот усиляющие карантин, вводят, вот с завтрашнего дня, например, перестают работать маршрутные такси, вообще все перевозки, да, там пассажирские по Днепропетровску. А с другой стороны, мало людей ездило, но вот я еду по центру, куча остановок центральных, и стоит на них куча пенсионеров. Дорогие друзья, что вы там делаете? У меня возникает вопрос. Вот зачем вы куда-то ездите? Какие у вас дела? Когда я это сказала в своем блоге, на меня наехали, это ты на своем авто ездишь, а у них авто нету. Да я с удовольствием подвезу кого-то. Только скажите, зачем вы туда едете? Из центра в центр за продуктами, да? Из центра куда-то за продуктами. Ну, не смешно. Я понимаю, что, конечно, у кого-то есть какие-то дела еще. Но все равно. То есть если мы придерживаемся карантинного режима, и мы в первую очередь должны беречь пенсионеров, давайте их беречь, давайте беречь сами себя, да, а не вот это вот все. Ну от я хотів би сказати стосовно цього карантину, тобто ми продовжуємо цю тему, бо вона дуже цікава. Другої у нас сьогодні не буде, не буде. Ні, ми як сказали, будемо тільки да. Значить, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, і 88% людей сказали, що вони дуже стурбовані тим, що коронавірус, він у нас в країні, він розповсюджується, 88%. І лише 6% сказали, що їм байдуже до того, що там, ну, вони не вірять безпосередньо в те, що коронавірус може якось їм зашкодити. А остальне 6? Да, 6. А остальне 6? Ні, а решта вони, ну, не знають, вони ще не вирішили. Не, ну, ми вирішили. На таких навіть звертати не будемо увагу на таких людей, які там не вирішилися. Так ось, але в той же самий момент лише, не лише, а 55% кажуть, що вони не підтримують ці всі такі, скажімо так, ці посилення заходів проти коронавірусу. Ну, вот где логика? Ну, вот это вот занепокоение, да, которое выражает всегда нам Европа, ситуация в нашей стране. Вообще, в принципе, ситуация занепокоения, это же, это называется неопределенность, да, то есть, ну, занепокоенными можем быть каждая ситуация, которая там, да, встречается. На самом деле, надо или придерживаться, или не придерживаться. Я вообще, на самом деле, если глобально рассуждать, да, об этом всем процессе, я, например, согласна со многими политологами, согласна с тем, что я читаю, с авторами серьезными,
которые говорят о том, что, скорее всего, это все вот какая-то глобальная такая афера, да, для того, чтобы сделать какую-то там перезагрузку мировой экономики или еще что-то. Я склонна этому верить в первую очередь, потому что у нас в стране 150 тысяч зараженных корью. Умирают люди каждый день. У нас официально отменили, извините, туберкулез, да, в стране. То есть нету, закрыли тут диспансеры, туберкулезники у нас наравне с остальными людьми ходят по автобусам, ездят. И вспомнился анекдот, извините, не удержусь, по поводу того, что... Не стремусь сжечь, да? Ну, не анекдот, а зарисовочка по поводу того, что чихает человек, а ему говорят, ой, он говорит, не-не-не, не переживайте, это туберкулез. То есть нормально. Вот. И в нашей стране, да, больше там 200 тысяч случаев зараженных вот этими вот болезнями, а мы после 150 тысяч зараженных коронавирусом в мире устраиваем истерику, панику, закрываем границы. Я согласна, что меры надо предосторожности, превентивные меры какие-то надо, понятное дело, усиливать карантин и так далее. Но это... По-моєму, трошечки занадто, да, согласитесь. Да, виникають питання, в принципі, ми розуміємо, що може там через рік, через два роки, ми, ну, коли вже пройде достатньо часу, і ми вже не будемо там, скажімо так, заляканими, зможемо включити свою рацію, і тоді ми побачимо, зараз і чого це буде. Уже все, все зділається, то, що треба було, це, що задумали, я так думаю. Ну, головне, щоб ми були живі, здорові, от, і разом з нами були наші депутати, тому що... Я, извините, переб'ю, і раз уже говоря, да, о том, що перезагрузка мировой економіки, списання каких-то внешніх долгов, я надіюсь, Монобанк, Приватбанк і остальные спишуть всі наші долги по кредиткам, правильно? Да, да, от саме так і буде, я впевнений, що ми до цього йдемо. Да, да, про депутатів. У мене сьогодні ввечері, вчора, да, ну от я так думав, і тут написав твір маленький. Ага. От, наші депутати не можуть ночі спати, бо розуміють, що якщо що, в Україні їх будуть лікувати. Та не так був страшен план Шатун, як медреформа від пані Супрун. Прям в точку. Забираєш у мене хліб. Це взагалі я стихоплет. Я просто знав, що ти прийдеш, так що від того я підготувався. Підготувався, так. І у нас вже декілька випадків в Верховній Раді відбулися. Тобто є пару депутатів, які захворіли. Як далі жити? Як вони будуть збиратися? Без них, в принципі? Ну, я можу крамову зараз скажу, але якщо вони не будуть працювати, мені чомусь здається, що у нас в Україні може щось налагодитися. Так, согласна, согласна. Ні, на самом деле, когда был первый случай с народным депутатом Шаховым, пусть там, чтобы о нем не говорили, мне он как мажоритарщик в принципе симпатичен, потому что я работала с мажоритарщиками, я знаю, что это такое, и их очень мало хороших. Но это такое, кому-то он может не нравиться. Сам факт, наши люди, которые пишут в Фейсбуке, чтобы он сдох, скотина и так далее, люди, которые смеялись над смертью Бережной, над смертью Бузины, вот и сейчас они говорят, да чтоб он сдох, нет, я не согласна, не надо никому сдыхать, надо всех любить, надо, чтобы все было хорошо, но если они отстранятся от работы, и правда ничего не произойдет, я думаю, ну плохого. Может, даже хорошее, что произойдет. Ну, как они там сейчас собираются? Вроде бы я слышала в четверг о рассмотрении закона по языку, как в каком-то новом проекте закона о том, что убрать квоты и так далее. Поэтому, а вдруг что-то изменится? Хотя, я думаю, сейчас навряд ли. Да. Да. Не позитивно, но это ж не конец передачи. У нас, например, есть позитивные новости. Например, заступник министра охраны здоровья, главный лекарь Украины Ляшко. Я прям подпрыгиваю от фамилии Ляшко. Я хочу нагадать нашим телеглядачам, бо Ольга достаточно тривалий час працювала с Олегом Валерьевичем Ляшко, але ми сьогодні... Но он, к сожалению, не стал замминистра. Да, ми будемо говорити сьогодні про Віктора Ляшко, але все рівно, да, трошки це передергує. Ну да, дополнительно. Да, і стверджують, і нас заспокоюють, кажуть, не панікуйте, все буде, маски будуть, антисептики будуть, але їх насправді, ну, я просто свою думку кажу, немає в аптеці. А так он говорит, будет или есть? Ну, он сказал, когда будут, но мы вот сейчас понимаем, что они уже мали бы быть, но их чомусь немає. С чем это связано, на твою думку? С некомпетентностью, безответственностью власти, наверное, а с кем еще? Ну, то есть, зачем говорить, если их нет?
Что в Днепропетровске картина, что в Киеве? Ты заходишь и в аптеке, чтобы ты не задалбывал своими тупыми вопросами, есть ли антисептик, висят вот такие расчитанные плакаты: антисептиков и масок нет в наличии, не спрашивайте. А у нас они есть, а то, что 15, по 15 тонн масок несколько раз вывозилось, благодаря Радуцкому, да, по-моему, или кому там еще, вывозилось по 15 тонн масок за границу на экспорт. А то, что испанские... Мы Европа, нам треба допомагати. Це ж, ну, наша... Мы, Европа, помогаем Европе. Европе за деньги, чтобы кто-то положил их в свои офшоры, правильно? Или в свои карманы. Ну, что ж вы так? Ну, не верите в то, что людина, депутат, або якийсь чиновник сидит и думает, як же там в Испании? А вдруг у меня там будинок, а я туда не смогу приехать, бо поэтому всі он продает туда маски. По-еврейски как-то, вам не кажется? Ну, в общем, испанский телеканал показал вот огромную, привезли фуру масок с украинских, там написано, там что-то дыхавильно и так далее. Болт, не помню марку, ну какая разница? Это честно? Не, маски-то есть, но они не у нас, к сожалению. Вообще, да, как бы в нормальных странах их раздают, насколько я знаю, бесплатно. Антисептиками, да, там антисептики раздают бесплатно. На входах в магазины висят антисептики. А у нас заходишь в магазин, там висит антисептик, ты его берешь, от тебя подбегает кассир и говорит: не трогайте, это так для кассиров. Ну, а взагалі твоє ставлення до того, як люди себе поводять? Я щиро хочу сказати, подякувати таксистам, бо вони не підняли ціни. Очень странно, кстати. Да, я здивований цим, але хочу не подякувати тим людям, які зараз перепродають ці маски, тому що маска, яка там коштувала, наприклад, 10 гривень, то вона зараз спокійно собі коштує 100 гривень. Ні, маски коштували по 2, по 3 гривні. Я хочу вірити в людей, що вони лише в 10 разів підняли, а не в... Ти віриш в людей і, розумієш, тільки в хороше. Я вже давно не вірю. Я не вижу, що, щоб люди, які, як ти говориш, занепокоєні 80%, щоб вони щось робили для того, щоб це занепокоєння зняти, щоб достичь дзена. Да? Я не вижу. Вони всі ходять без масок. По вулицям вони повинні ходити в масках, як говорить МОЗ. Да? Ми повинні... В масках ходять ті... Кто, а не те, кого заражают, правильно? Но вопрос в том, ты уверен в ответственности наших людей, которые приедут из-за границы и будут ходить в маске и будут соблюдать 14-дневный карантин? Я нет. Я просто знаю, какие заходы МОЗ сделал для того, чтобы переконать людей в том, что маски треба робити. Я вот хотел бы такую фотографию вывести зараз на экран. Вот, и это у нас... Прекрасно. Наш Кобзарь. И если... Кожна людина просто на границі отак поставити, кожна людина подивиться і зрозуміє, що треба робити. А ще МОЗ ввел дуже класний тест на наличие коронавірусу. Заходиш, у тебе є коронавірус? Да. У тебе є коронавірус? Ні. Поздравляю, ви не заболіли. Ну, по-моєму, логічно. Правильно? Ну, це логічно, це дешево і це швидко. Не треба нічого чекати. Експрес-тест в інтернеті. Так, так, так. А ще Кличко, наш уважаємий мер, підсвітив мерію в цвіта італіянського флага, в знак солідарності. От що цвіта італіянського флага, що Кобзарь в маски, що ось експрес-тест. Це все дуже важливі, це не превентивні, це вже і спробувані на людях мери, які реально допомогуть при борьбі з коронавірусом. Помогут, извините. Ні, в випадку Кличка це помогуть. Помогут. Как он там говорил, что если тебе холодно, встань в угол, там 90 градусов. Вот так вот. Поэтому вместе с отоплением мы поборем и коронавирус. Ну ладно, мы так жартуем зараз. Вот, это не жарты, это серьезно все. Ну вот серьезно, таке непросте запитание будет до тебе. Уяви собі, потому что мы зараз критикуем, а оце вы не так зробили, то не так зробили. А вот давай представим, что ты президент України. А я особисто спокійно можу собі це представити, тому що я знаю, що у тебе є досвід спілкування з політиками, в керівництві. Тобто, ну, все у тебе є. Тільки денег стільки немає, щоб стати президентом. Будуть. Просто треба... Якщо Монобанк простить мені до... Ну, давай так. Ти президент України. Що б ти зробила в момент такої пандемии. Вообще, в первую очередь, я бы, наверное, не стала президентом Украины, и я бы она бы мне за это сказала спасибо, потому что я считаю, что люди, которые некомпетентны, не должны идти туда, в чем они некомпетентны. Это в первую очередь, вообще, у меня это болезненная тема о компетентности и безответственности наших людей, но это такое.
Я честно не могу сказать, что бы я сделала. Ну, наверное, ну, если бы я была честным президентом, я не знаю, насколько это возможно, потому что говорят, что все, кто туда приходит, да, они автоматически стают нечестными, над ними распыляют какой-то порошок. Но я все-таки верю в то, что, наверное, есть такие люди, которые бы стали честными президентами. И если бы я была честным президентом, наверное, я бы все-таки боролась с теми, кто там, да, вывозит маски за границу, боролась с теми, кто там повышает цены на авиарейсы, чтобы зарабатывать. Заробітчани вернулись. Кстати, Зеленський обіцяв вернути заробітчан. Да, і він вот повернув. Вернув. І це, да. От я завжди спасибо, кажу, треба одна... подякувати і треба да. звернути увагу, що президент дотримується свого слова. Да, тільки прийшла вторая весна, нікого ще не посадили. Но в связи з коронавірусом, може, вони самі вибрали, господи, прости. Я більше не буду такого говорити. Вот, поэтому, если бы я была президентом, наверное, в первую очередь бы я боролась с ярыми неисполнителями закона, которые нехтуют всеми вот этими вот правилами, и все равно, вот, приехали зарубичане, да, мы встречали в Санжарах, как людей, полили шины, говорили, идите, геть, из Китая людей, сейчас приехали все зарубичане, кто из них остался самоизолирован на 14-дневный карантин? Пару человек, которые сильно ответственные, или сделали это, сказали на камеру для пиара. Ну, мы не будем говорить плохо о людях. Может быть такое, что просто действительно не вистачає медичних закладів, які могли... Причем здесь медичні заклади? Да пойдите домой, выйдите с маской, пойди домой и закройся там на 14 дней, если ты законопослушный гражданин. Правильно? Ну, я бы, наверное, сделала так. Пусть мне это было бы некомфортно, но я не говорю, что я классная, но я бы сделала так, потому что я понимаю, за что я могу скажу навредить. Я, если что. Что? Ну, что ты классная. А, да-да, спасибо. Чтобы не навредить, да, правильно? Хотя бы не навреди уже. А у нас получается, ну, почему нет? Вы видели, как зарубичанин с Польши приехал без маски, без ничего? Ему задают вопрос, его встречают камерами. Тех мы встречали шинами, а этих с камерами. И они говорят, и он говорит, а коронавирус только распространяется на стареньких, а мне все равно. Я ничего, мне не будет, я молодой. Ну, тому що він ретельно слідкує за тим, що кажуть наші представники влади, і от безпосередньо пан Ємець, який сказав, що коронавірус, всі пенсіонери вимруть. Так, хорошо, так мы же должны не допустить. Хорошо, этого, если мы... точно. Нет, не хорошо, но спонсор коронавируса, пенсионный фонд, правильно? Фонд, да. Для того, чтобы как-то этих пенсионеров уберечь, да, если они нам нужны, мы же можем какие-то меры принимать, если мы что-то можем сделать, мы должны что-то сделать, правильно? Ну, вот стосовно мер, вот колишній президент пан Порошенко, він от нещодавно на своем телеканале пятому вийшов достатньо серйозно, він навіть похудав, достатньо непогано виглядає. Може, тобто, він теж коронавірусний? Ні, він просто має час вже слідкувати за собою, за дітьми слідкувати вже має час, да, щоб вони по концертам не ходили. І він сказав наступне, що його фонд допомоги, тобто він змінює свій напрямок і зараз буде безпосередньо займатися тим, щоб допомагати українцям, людям, яким не потрібна необхідна допомога. Это он только объявил, правильно? Так. Слямзил идею Новинского, судя по всему, потому что Новинский сразу же объявил о том, что он отдает. Ну, он, в принципе, много и так помогал, а так он сейчас аппараты по вентиляции легких, кучу всего передает в больнице бесплатно, естественно. Этот слямзил. Хочет опять президентом стать, наверное? Ні. Это от сердца. От сердца, а конфеты прилагаются к этой, к аппаратам? Ну, це, тонна конфет на больницу. Жорстоко вже. Ну, почему жорстоко? Ну, само собой прилагаются. Ну. Тогда мне нужен аппарат срочно. Хочу конфет. Ну, не знаю. Вот просто я до чого веду, тому що ми зараз піднімали питання того, що президент Зеленський нещодавно, десь біля місяця тому, ну, як змінився уряд, сказав, що хлопці, дарю вам календар, тобто подивіться, весна, ну, наближається, прийшла, верніше. Тобто треба саджати. А як можна саджати таку людину, яка свій цілий фонд зараз перенаправляє гроші, сили на те, щоб допомагати українцям? Ти зараз спрашиваєш мене, а механіки як саджати? Или за що? А механіки подручки взяли в бусик і на нари, як говорять, да? Можна таке слово говорити? На нари, да. А так, ну я не знаю, наверное, какие-то договорняки есть. Вообще заметили, что господин Зеленский как-то очень сильно в унисон действует с этой вот старой властью. И как-то очень сильно ей подпевает. И некоторые люди порошенковские там сидят, у них, извините, задницы так вросли в министерские кресла.
Тесла. Я не про Авакова сейчас ні в коєму случаї. Ну да, Авакова ми не будемо чіпати, тому що якщо його ніхто не чіпає, то нам точно це, цього не варто найдуть. Робити. Да. Найдуть і якісь міри карантинні приймуть, да? Головне, щоб це не були ті міри, які вони приймають до 11-ї людини, яка заходить у автобус. Да. От. Ну, страшно, массаж, да? Розігрівають спину дубинкою. Я просто в автобусах не езжу, поэтому не боюсь. Но вообще я понимаю, что, наверное, страшно, да? Когда я видела видео, как выкидывают человека, и кондуктора выкидывают, и говорят, теперь ты 11-й един. Поэтому я ничему не удивляюсь. Вот видите, это о том же нашем народе, который типа занепокоенный, а я уверена, что это кто-то из этих 88% сделал, да? Типа на занепокоенный, но нам надо ехать. Так мы, вы занепокоенный или мы едем? Ну, то у мене, або ви труси наденьте, або крестик знімете, так? Тоді у мене таке питання, скажи, будь ласка, тобто ти не віриш в те, що наші українці зможуть зібратися, як ті ж самі китайці, і... Чесно? Чесно. Ні, не вірю. Ну, як так може? Потому що у нас рівень відповідальності пониже. От зараз можу сказати тобі, перепрошую, що... Що, не класно вже? Ні, ти не станеш президентом. Не стану? Так, бо треба казати тільки приємні речі. Я взагалі не собиралась. Ты как-то, знаешь, какой-то из тебя мотиватор такой, то иди, то не иди, то уже разберись, пожалуйста. Ну, на самом деле, как могут люди собраться, если они все равно пихаются в маршрутки? Если они все равно делают то, что нельзя делать, да? Зато у меня в блоге, когда я сняла его с Монастырского острова в Днепропетровске, где не было людей рано утром, мне написали миллион комментариев, что я такая плохая, что я хожу по улице с ребенком и так далее. Ну, во-первых, Монастырский остров безлюдный, во-вторых, это утро, в-третьих, нам никто пока не запрещал на улицу и воздух не отменял. Поверьте, скажут сидеть дома, будем сидеть дома. Если кто-то не хочет придерживаться, то мы будем, ну, ради того, чтобы хотя бы потом не написали в блоге, что мы такие плохие. Ну, на самом деле, я считаю, что, наверное, надо быть чуть-чуть ответственнее. И у нас ничего не получится, пока мы на самом деле не будем... Вот этот уровень ответственности повышать. Да, давай тоді будемо завершувати, але якось позитивно. Ти віриш в те, що ми переможемо в цій боротьбі? Я думала, ти зараз стих попросиш, я приготовила. Ну, вот таку зарисовочку коротеньку, можна? Давай, давай. Ну, это не позитивно. Ну, это про коронавирус. Тоді давай. Я закончу. Не позитивно, але про коронавирус. Давай. А мотивацію можна в студії? Можна. Можна, так? Не можно. Ну. Не так уж страшен коронавирус, бояться, чтобы пока страною правят. Вот. Вообще, на самом деле, все будет хорошо в нашей стране, я уверена. Я надеюсь, что вот этот вот какой-то мировой передел власти и мировая вот эта вот перезагрузка экономики не повлияет на Украину, хотя повлияет, но у нас и так все плохо, поэтому у нас все равно будет все плохо. Но, может быть, будет лучше, чем было раньше. Я как-то сумбурна, но я надеюсь, что все будет хорошо. В принципе, мы люди, которые уже достаточно тривалий час живем в кризисе, и кризис – это уже наша стихия, и, в принципе, мы нормально себя почуваем. Говорят, что летит какая-то астероид. И нам всем может треба, быть, он на помощь летит, да, нам я надеюсь. Нам треба всем сидеть вдома, обов'язково підійти к вікну и помахати ему. Я надеюсь, он на помощь. Все будет хорошо, да. Серьезно. Добре. Я спрашивала. Добре. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні такого розкажуть. Топ-блогери України. 22 мая Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания и внес в украинский язык слова, такие, которые в наше время вообще никто не употребляет. Украинское правописание не менялось с 1992 года. И, казалось бы, действительно, правки назрели, ведь в мире уже очень много чего поменялось. И филология, конечно же, это динамичная наука, язык должен развиваться, да, но... Новые нормы, принятые Кабмином, имеют больше отсылок к прошлому, чем к настоящему. Украинский язык вернули на уровень развития примерно Украинской Народной Республики, а также первых лет существования Украинской Советской Социалистической Республики, вставив туда такие слова, которые в те года даже не употребляли на уровне подавляющего большинства. Ну что ж, зачем это было сделано и как поменяется госязык, который, кстати, согласно закону об украинизации, теперь должны знать все. Для начала, как принимали это новое правописание? Новый проект в прошлогоднем августе предложила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.
Есть такая. Да. Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что в современное правописание хотят вернуть часть репрессированных норм 1919 года, которые убрали в 1930-х, ну запретили. Ну, помните же, да? Цель всех этих изменений – вернуть язык в нормы столетней давности, которые ориентировались на украинскую традицию. То есть речь даже не шла о том, чтобы сделать язык более современным. Наоборот, как бы, да. Также новая редакция правописания ориентирована на уменьшение количества русскоязычных слов и замену их на более украинские варианты. Да. В целом никаких кардинальных изменений не произошло, изменились лишь отдельные нормы. Поэтому новации можно назвать косметическими. Да. Также появилось больше вариаций написания одного и того же слова. То есть в некоторых словах допустимыми считаются сразу несколько форм. Одно из самых заметных изменений – это включение в нормы правописания феминитивов. Слов женского рода, аналогичных понятиям мужского рода. Чаще всего они связаны с обозначением рода деятельности. Например, поэтка, членкиня, докторка, критикесса, адвокатесса, адвокатка. Ну тут як забажаєте. При этом четких правил не прописали, а употреблять или не употреблять феминитивы обязательной нормы нет. Можете употреблять, можете не употреблять. Таким образом, просто отразили существующую тенденцию в языке. Слово пив, обозначающее половину чего-либо, теперь пишется отдельно. Пив кроку, пив яблука. Хотя ранее было допустимо написание через дефис, слитно и через апостроф. Например, пив Киева, пив яблука, пив коня, пив людины. Но это что-то меня уже понесло. Слова с приставками «анти», «вице», «экс», «контра» теперь будут писаться слитно. Хотя раньше писались через дефис. «Экс-президент», «вице-спикер», «контраргумент». Утвердили написание названий сайтов. Если рядом стоит родовое слово, то название пишется с большой буквы и в кавычках. Например, сайт «Википедия», «мережа Facebook», «канал YouTube». Но если название употребляется отдельно, то слова пишутся с маленькой буквы и без кавычек. Twitter, Facebook, Instagram, Google. В украинском правописании 1992 года этих норм и не могло быть, потому что таких понятий не существовало раньше. И сайтов не было. И кому-то от этого легко жилось. Не было социальных сетей. Помните, такое было? Да. Интернета не было. Слова греческого происхождения, буквосочетание TH или TH, кому как удобней, ранее официально передавала только буква F, но теперь отображает и буква T. То есть можно написать и так миф, мит, Афины, Атены, эфир, этер, кафедра, катедра, епифаний, епитаний, анафема, анатема, фуникулер, туникулер. Разрешены два варианта окончания слов в дательном падеже. Ови, эви или ую. Например, хлопцю, хлопцеви, місяцю, місяцеви. В родительном падеже таких слов, как совесть, повесть, мужність, смерть, можно теперь использовать окончание как и, так и и. Раньше это было нема кого чого совести, мужности, повести, смерти, а теперь можно использовать как окончание букву и. Совести, мужности, смерти, повести. Звучит, не правда ли? Вот как-то по-особенному. И тут мені здається, знаєте, що у тих людей, які запропонували цей новий український правопис, у них немає совісти і мужності. Здоров'я бажаємо. Правда, окончание «и» предпочтительнее все-таки больше для художественных текстов. Ряд изменений касается слов иностранного происхождения. Например, звук, который в английском языке обозначается буквой G в именах и фамилиях, в украинском языке можно писать двумя способами – буквой «г» и буквой «г». Остальные принятые и отклоненные нормы можно почитать на сайте Министерства образования, если у вас есть
есть дети, которые обучаются в школе и учат украинский язык, я вам сочувствую. Тем более, если они сейчас где-то в 9-10 классе и будут в скором времени сдавать ЗНО по украинскому языку. Да. Тут немає табу. Ольга, дуже дякую за цей ефір. У мене такі позитивні якісь зараз, не знаю, позитивні настрій залишився. І я все одно вірю, що ми переможемо. От. І ти? От будущого президента должен бути не позитивний настрій залишатися, а серйозний. Или я вже не йду. Ні, поки ти не президент, будь ласка, тільки позитив. Позитив, да. Ну, тогда всім добра, все буде хорошо. Дуже дякую тобі за те, що ти була у нас сьогодні в ефірі. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал і на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Не хворійте, залишайтеся з нами. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.